В Уфе завершился международный джазовый фестиваль «Розовая пантера». В первый вечер фестиваль представил лучшие джазовые силы города Уфы. А это эстрадно-джазовый оркестр филармонии, а также два квартета «Уфа» и «4+». Хедлайнером в этот вечер выступил легендарный французский трубач Жан-Лу Ланьон. Второй фестивальный вечер показал лучшие джазовые силы Татарстана и Урала. Европейский джаз представила польская звезда латинского происхождения Иван Санчес. В Казани в 1947 году приехал оркестр Олега Леонидовича Устрема из Шанхая. Они прямым ходом из Китая приехали в Казань и, собственно, заложили вот традиции оркестрового джаза, бенда, и они вот так с тех пор и продолжаются. И тогда еще, в 50-е годы, Олег Леонидович написал несколько аранжировок татарских произведений, их аранжировал для джаз-оркестра, и они звучат по сей день по радио. Ну да, они по сей день звучат по радио, по телевидению, да. И мы продолжаем как бы эту линию. Заключительный фестивальный вечер перед публикой предстали уже знакомые звезды. Афроамериканская певица Шерон Кларк, а также санкт-петербургский квартет Алексея Черемизова. Вы на фестивале «Розовая пантера» уже выступали? Да. 3 года назад? Да, Шерон Кларк. Такое ощущение, что это дежавю? Да. Или нет? В каком смысле? Это другая программа, другой стиль? Что? Что поменялось? Программа, конечно, поменялась, но стиль, в общем-то, тот же, естественно. Потому что те же музыканты, та же музыка. То, что мы любим, такой традиционный джаз. И Шерон Кларк сама, как бы, самый такой главный повод нашего приезда сюда. На DigiStiff был, конечно же, гала-концерт. Владислав Самойлов, Станислав Птиц, Александр Кузнецов, Сафар Бахашев, ЮТВ «Уфа».